Всем привет! Сейчас расскажу, как улучшить качество видео, которое вы просматриваете в приложении YouTube. Без разницы, какие это будут видео, длинные ролики, либо короткие шортс, это применимо ко всем видео. Но перед началом я тебя попрошу, поставь лайк этому видео, а также не забывай, что у меня есть телеграм-канал с топовыми приложениями для твоего смартфона. Ссылочка будет в описании под видео. Бывает так, что загружая видеоролик, он показывается нам в плохом качестве. И нам приходится принудительно его самому менять в настройках качество, потому что с таким невозможно смотреть. Чтобы сразу видео грузилось в хорошем качестве, заходим в настройки приложения, конечно, YouTube. Далее тут находим качество видео, и вот, которое загружается через мобильную сеть, либо через сеть Wi-Fi. Если у вас безлимитный трафик, то я советую обе эти настройки ставить в высокое качество. Ну либо же настройки через Wi-Fi точно через высокое качество, а через вашу сеть можете оставить на авто. После этого вы увидите, как видео будет грузиться с хорошим, идеальным качеством для просмотра. Ведь согласитесь, хорошую картинку приятнее смотреть, чем низкокачественную. Вот такие вот настройки хотел показать. На этом все. Не забывай, ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и делись данным видео. Всем пока!